Значит, он проводит исследования по религиозным убеждениям, собрали такую интернациональную группу детей и спрашивают, кому и как молится у вас дома. Ну, мальчик из Мексики говорит, ну, у нас такая специальная комнатка есть, там картина, на картине тети, у нее на руках малыш, называется Дева Мария. Вот, мама приходит в эту комнату, встает на колени и молится. Но я не знаю, что она говорит, она очень тихо это делает. Девочка из Таиланда говорит, ну, у нас тоже есть специальная комната, там скульптура, такой смешной толстенький дядечка, он называется Будда. Вот мама туда приходит, зажигает свечи, там такие вкусные травки, там дым такой, и она тоже молится, но я не знаю, что она говорит тихо. Мальчик из Израиля говорит, а я знаю, она очень громко говорит, потому что у нас нет специальной комнаты, она молится в ванной. Говорит, как так? Говорит, ну, у нее в ванной есть такая плоская коробочка, лежит на полу. На коробочке такое окошечко. Если на коробочку встаешь ногами, в окошечке появляются циферки и две буковки КГ. Так мама каждый день встает на эту коробочку, а потом кричит на весь дом: «О, Боже, Боже, Боже!»